Здорово, а именно здрасте. Это звук моего нового микрофона. Поражает, да? Микрофон стоит 1000 рублей, на заметку. Покупал я его на Алике, как это ни странно. Микрофон BM800, это просто охрененное качество звука для начинающих блогеров и видеомейкеров. Так что, ну это хорошо. Ну а мы подходим к видео. Коли Габин сказал, что Half-Life 3 не будет, а будет какое-то говно на Source 2, так что можно забить на Steam и перейти на другие, более популярные игры. Короче, если вы сторонник Warface, то можете текать отсюда, ибо Тоби пи***. Мой канал переходит на Warface. Знаете, по каким причинам? Есть небольшой свод причин, почему я не хочу играть в CSGO. Записываю ее, но не хочу именно вот сам играть, то есть стримить ее и все подобное. Мне говорили то, что Warface, блин, фу, ты дебил, зачем? Но, ребят, вы сами подумайте, CSGO уже выжила из себя все свои соки. Габен положил свой болт на эту игру, ребят, ну сами согласитесь. И вот только не кукарекайте в комментариях, хотя вы и не будете кукарекать, и вообще просто комментарии не будете писать. Это говно, ребят, ну вот согласен. Я как человек, который играет в CSGO 1.5 года, это лично уже задолбало. Эти новые звуки, модельки, все эти анимации, это уже все выжило из себя. Просто я не знаю, как еще это назвать, но вот так вот. КС я, наверное, буду, возможно, играть, но это очень редко. Стримить я ее уже не буду. Буду стримить Warface, может быть, Overwatch. Вторая причина — это дохрена скинов, дохрена читеров. Ребят, вот вы сейчас играете да? И вам сколько читаков попадается? 1, 2... Вот я, когда последний раз играл, мне попалось тима читаков, ребят. Ну вот, Valve тупо не банит читаков, именно те, кто играют с приват-читами. Зачем играть в эту игру, если в ней преобладают читаки? Я не знаю, ребят. Третья причина — это просто... Ну реально, комьюнити, ребят. Ну вот, согласитесь, в Warface нету голосового чата, а в CS-ке есть голосовой чат. Его можно отключить, но как бы вся игра основывается именно на этом чате. Так что письменным чатом почти никто не пользуется. А в Warface можно его отключить и, в принципе, им пользоваться и не надо. То есть радар, звуки и все, и готово. В CS-ке там без голосового чата, без инфы никак. Ну вот, согласитесь. Короче, в Warface буду играть, да. Ну, вообще, это был такой некий тест моего нового микрофона, как вы могли заметить. Качество звука вообще прям увеличилось в миллионы раз просто. Это такой четкий звук, в нем нету ничего лишнего. Вот просто ничего нету лишнего. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Всем, кому не понравилось, ставьте дизлайк. Не жалейте меня. И скоро выйдет новое видео. Пока! А именно, до свидания!